Привет, дорогие мои, меня зовут Артур. Тьфу ты, ёлки-палки. Сегодня в рубрике «Инди-хоррор» мы посмотрим крайне необычную вещь. Я не могу сказать, что это будет интересно всем, но мне просто захотелось ее показать, потому что я сам про нее давно слышал, но как-то все руки не доходили. В общем, это игра Blind Survivor, то есть «Слепой выживший». И что самое интересное, здесь вы играете за слепого человека, то есть... Я вам рекомендую, если у кого есть наушники, надеть их на уши, потому что автор просит играть в эту игру с закрытыми глазами. Здесь мы играем за слепого человека в условиях зомби-апокалипсиса. Он находится в своей комнате, ему нужно выбраться из нее, отправиться к антенне и попытаться связаться с кем-то. Я не думаю, что у нас это получится, потому что я попробовал сейчас побегать. Это кошмар какой-то. Нифига не понимаю, хотя наушники, в принципе, неплохие. Но, тем не менее, давайте смотреть. Игра создана, опять же, на Unity Engine, как и все в последнее время. Это, на мой взгляд, хорошо. Движок чем больше разрабатывают, чем больше его развивают, тем он интереснее становится. Так, ну, пошли. Клиц to start. Почему не клик, я не знаю. Хорошо поспал. Нужно добраться к рации. Может, сегодня с кем свяжусь. Надеюсь, сонар мой работает. Давай проверим. Чтобы использовать сонар, right, правая кнопка мыши. Depending on the frequency and the volume, you'll know if there is an object nearby you. Higher the volume, closer the object. If you don't hear any sound, that means there is nothing in the front of you. В общем, вот так. Нам объяснили, что в зависимости от частоты и громкости звука, это отображает, насколько близко к нам какое-то препятствие. Если звука вообще нет, или он какой-то более тихий, то значит препятствие в отдалении. Так, ну давайте пробовать. Ой, твою мать, не ту кнопку. Вокруг зомби, если что, кстати говоря. Сейчас пока что их рядом нет. Так, вот так. Это значит, что что-то спереди есть. Это уже потише, значит мы куда-то поворачиваемся. Вот так вот еще потише. Вот сюда куда-то нужно идти. Так, пошли вперед. There is a wall right there. I can't go further. Стена здесь. Не могу, говорит, пройти. Видите, я в упор к стене стою, и звук какой. Чем дольше звук, тем... Ну, по звуку можно, по его длине расстояние определять. Вот видите, прям стена тык такой. О! Так, вот так как-то. Сейчас ударюсь опять лбом. Ой. Чё это было? Звук оттуда идет. Это рация? Так, идем на звук. Я слышу что-то. Come on, I can hear anything. This fucking radio doesn't work. Oh God, I've got no choice. Господи. I have to cross the footbridge to look at the other radio. Maybe I will be able to speak him. Радар говорит, хреново работает. Нужно пересечь мост и попытаться поговорить с тем, кто на другом конце этой рации. А, он меня не слышит. Поэтому нужно пешком к нему идти. О, это что за звуки? Так, ну-ка я режим наушников переключу на 7.1. Вон там оттуда идут звуки, да? Дождь. I have to watch my step. Дождь, говорит, идет. Сонар будет бесполезен. Бля. О. Ну ладно, допустим. Так. Please click. В общем, надеюсь, вам понравилось. Ссылка на эту игру будет в описании. Я к ней обязательно еще вернусь попозже. На мой взгляд, вещи достаточно необычные и интересные.
Рекомендую каждому ознакомиться с ней. Надеюсь, вы слышали это в наушниках. Было не то, что страшно, было интересно и необычно. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.